Так, только сказал, что у них разборок нет, они тут разбираются. А, пугает. Пугает, заплыл на его территорию. Вот, нахохлился. Серьезный такой. Все, напугал. Там, наверное, его самка лежит. А там конкурент заплыл на его территорию. Вот так вот. Я же думал, птички добрые. Ха-ха-ха. Никак успокоиться не может. Ну, сколько их там? Это разборки какие-то. Так, ладно, попробуем подойти поближе. Может, что получится. Знаете, что делают с теми, кто портит баночки? Еще и два раза. Так, ну что, отсюда тоже не намного лучше. Чуть поближе, конечно. На островке, скорее всего, строили гнезда, высиживают яйца. Так, где второй? Вон голова торчит. Так, где-то там еще плавает парочка. Еще парочка плавает. Где-то еще были. Так, там какие-то утки. Утки, утки. Так, где они? Он только что видел. Куда-то потерялись. Ну ладно, придется поверить на слово, что ты их потерял. Где-то за траву заплыли. Так, там какая-то чайка сидит. В речке какая-то рыба плавает, так, а там тоже лебедь. Ага, и там тоже лебедь, так, 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 так. Где-то, где-то, где-то там. Там тоже, скорее всего, гнездо. Так, нет, там камень. Там камень, а там лебедь. Ладно, опять все далеко. Опять все где-то далеко, ничего не видно. Думал, отсюда лучше будет. Так, речка. Течение большое, вода, наверное, холодная. Поэтому купаться не полезу. А, чайка прилетела. На камушек поближе. Вот такая вот красота. Иногда что-то поближе, иногда что-то подальше. Тут многих волнует вопрос, сколько зарабатывает блогер в Европе. Ну, давайте посчитаем. Так, евро за минуту. Ну, тоже можно за какой евро 2 продать. Ну, считай, 2 евро в минуту есть. И еще от 3 до 100 евро в час. За проданные находки. Так что бизнес хороший. Но конкуренция большая. Эх, не успел. Быстро пролетел. Блин, ветер сегодня такой. Но жарко. Вот так хвостик потрясет. Ух ты, вот это зверь. Или птица. Огромный такой. Бабочка. Или моль. Так. Оп. Убежала. Большая зверюка.
как раз на ужин. Дичь.